Согласно материалам Укртрансгаза, 2 марта «Нафтогаз» принял от «Газпрома» более 22 миллионов кубометров, из которых около 11,5 миллионов пошли через ГИС «Прохоровка», через ГИС «Платова» на границе РФ с ДНР. По данным «Нафтогаза», прокачка не осуществлялась. При этом еще 1 марта украинская компания не учитывала ГИС на Донбассе. Прием газа был осуществлен через ГИС «Валуйки», «Сохрановка», «Писаревка» и «Суджа». С 19 февраля Киев прекратил поставки газа на Донбасс, объяснив это техническим повреждением газопровода в результате боевых действий. «Газпром» по поручению российского правительства для газоснабжения региона задействовал газоизмерительные станции «Прохоровка» и «Платова» на границах Ростовской области и Луганской и Донецкой народных республик. Согласно заявлению «Газпрома», поставки газа в Украину через эти ГИС идут в соответствии с контрактом «Нафтогаза». «Нафтогаз» поставки через эти ГИС не признавал и обвинял «Газпром» в нарушении контракта.